Вот я вышел из гостиницы. Пойду немножко погуляю. Санкт-Петербург. Потом Мулен Руж. В чем выигрывает Париж по сравнению со многими городами? Тем, что здесь очень много деревьев на бульварах и на улицах. Вот там направо, как видите, площадь Сталинград в Париже. Кто немножко умеет читать латинские буквы? Базарчик. Церковь есть для ленивых фуникулер. Но я не ленивый, я пойду по лестнице. Надпись на плакате. Здесь в течение 125 лет, днем и ночью, молят Бога. Зайдите вы, помолитесь Господу. Ну вот вошел я. Молиться не буду. Надеюсь, монахи меня за это не побьют. Сравнить бесплатные парижские туалеты с финскими. Все open abrio. Ёлки-палки. С зонечки чуть не еле вылез. Ну ничего, так нормальненько. Раковина есть. Туалет. Да. Только пеленального столика не вижу. Вот я в парижском лесу. Он довольно большой. Но оккультуренный. А вот здесь вот замок. Замок Пинсен. С другой стороны. Увидал палатку, идут тут по лесу, в Париже, увидал палатку, меня это прям так заставило, прям потянуло к себе. Так, вон, вот, видно, да, палаточка? Иду посмотрю, что это такое. Желуди валяются. Неужели можно здесь ставить палатки? Интересно. Так, надо пойти, не потревожить. Там вон еще палатки. Наверное, в лесу можно ставить палатки у них. Палаток много. Вот еще одна. Вон все кричит. Вон девушка бежит. Вот канал. Ух ты. Скала какая-то. Ни с того ни с сего. Вот тема. Thank you.
ปโปจังไปสลับไปสลับมันสลับครุกนี้นะบองมันเนี่ยมันเนี่ยจังลงจะเกิดที่ละให้ปริจีนั้นจะปุ๊กนั้นจะขวัญน้อยวิจัยน้อยลูกใจปะลูกจะลงใจมาลงติดไปยึดคืนมนุษย์ชื่อโยมคืนลูก